Нижегородские спортсмены показали высокие результаты на российском турнире по спортивным бальным танцам «Кубок Локомотива», который прошел в Нижнем Новгороде. По итогам напряженных баталий на верхней ступени пьедестала почета поднялись воспитанники клубов «Стиль», «Империал», «Локомотив», «Олимп», «Феникс» и другие. Всего в двух видах программы, европейской и латиноамериканской, принимали участие свыше 800 дуэтов разных возрастов. Впереди у сильнейших нижегородских танцоров участие в чемпионате мира, а также на всемирно известном фестивале в Блэкпуле. В 2014 году пятеро спортсменов получили удостоверение мастеров спорта, а всего в 42 танцевально-спортивных клубах региона оттачивают свое мастерство свыше 10 000 юных танцоров.